Прикаспийские страны впервые после Актауского саммита провели переговоры в Баку, посвященные вопросам дальнейшего сотрудничества на море. Основное внимание уделили положениям соглашения, которое окончательно определит границы стран на Каспии. Всех деталей переговоров руководители делегации раскрывать не стали. Встреча проходила в закрытом формате, но рассказали о том, что некоторые позиции уже удалось согласовать. Участники надеются, что следующая встреча, которая пройдет в Казахстане в апреле этого года, будет не менее продуктивной. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос ратификации конвенции прикаспийскими странами. Напомню, на данный момент парламенты Казахстана, Туркменистана и Азербайджана документ уже утвердили. Эта группа в соответствии с поручениями президента, данными на Актауском саммите в августе 2018 года, приступила к обсуждению проекта соглашения, касающегося методики построения прямых исходных линий на Каспийском море. Нам удалось согласовать ряд положений этого соглашения, и мы договорились, что продолжим работу над проектом на последующих заседаниях. Обсуждения прошли успешно. Это означает, что после подписания конвенции начинается новый этап. И сейчас позиции прикаспийских стран близки как никогда. Сотрудничество еще более углубилось, и для улучшения эффективности взаимодействия мы должны держать в центре внимания круг некоторых вопросов, касающихся наших взаимоотношений.